Записываем. Ну что же. Я сегодня ночью сходила за чаем и поняла, что придется записывать это видео в 2 или в 3 часа ночи в спаре. Было, наверное, человек 5-6, и каждый из них закупал по 3-4 пачки макарон, 3-4 пачки гречки, рулоны, туалетки ночью, в 2:30. Хотя обычно в это время, кроме меня, заходит максимум один человек и покупает какую-нибудь кока-колу. Что я хотела рассказать? Есть известные социологические, антропологические факты массовых истерий, просто истерий, когда человек реально может себя довести до любого состояния, в том числе смерти. Например, племя Мориори в Новой Зеландии. Если все племя верит, что вот этот человек скоро умрет, он сам начинает верить: да, я скоро умру. И через некоторое время он умирает. И так устроен организм, что человек сам себе может подавить жизненные функции и действительно умереть. И старый, и молодой. Когда я видела статью, что в Италии бабушки отсылают видеосообщение своим внукам: вот, скоро все, пока, скоро я помираю, и они скоро умирают. У меня лично это ассоциируется с подобной ситуацией, что народ сам себя в состоянии довести до смерти. Если человек сам себя убедил в том, что все, это ужасная пандемия, сейчас я умру от вируса, я нахожусь в зоне риска, сейчас молодые же считают, что мы находимся в зоне риска, у нас что-нибудь там, не знаю. И точно, если нет рядом аппарата искусственной вентиляции легких, мы умрем. Ну, и если окружающие будут их в этом подпитывать, с большой долей вероятности они смогут своей собственной психикой себе подавить внутренние функции настолько, что они умрут. Вот. Такая ситуация. Итак, мой месседж, что эта эпидемия показывает, насколько человеческая истерия может разрастись. И еще что я замечаю, что-то типа кибербуллинга, ну, может быть, обычного буллинга тоже, людей, которые спокойны. Как? Ты просто не понимаешь. Но вот это вот все, давайте все позакрываем, перестанем вести всякую социальную жизнь. Ну, не знаю. Полный бред. И буллинг людей, которые сидят дома, тоже. В общем, закупаться лично я ничем не хочу. Если все закроют, начнется карантин, ну, будут эти талоны, как в Италии, по которым будут покупать продукты. Ну, схожу я по талону, куплю эти продукты. Ну, в чем проблема? Просто харе уже вскрывать мозг. Все, пока. Удачи.